одной из награжденных семей познакомилась наша съемочная группа. Вот уже 55 лет Егоровы из Чебоксарского района живут под девизом «Уважение, поддержка и, конечно, любовь». Вот так, с песнями, а главное, с любовью друг к другу, Вера Мефодина и Александр Николаевич прожили вместе уже почти 55 лет. На двоих у них 7 детей, 17 внуков и 16 правнуков. Вера Мефодина всю жизнь проработала каменщиком, а глава семейства с детства увлекся техникой, которая и стала делом жизни их семьи. Они все у меня помощником работали. А старший помощником работал, комбайнер. Потом на немецком косилке работала. И на измельчителе пробовали. Остальные тоже все помощниками работали. Трактористы есть у нас средние. Алексей. Люда. Тракторист. У меня дочка даже трактористка. Сегодня в семье Егоровых 4 собственных комбайна, отлаженных своими руками. И они сдают их в найм. Ну, отец у нас только 2 года тому назад только бросил на комбайне садиться. А так работал, до конца работал. Ну, ругали, честно говоря, не хотел работать на комбайне. Трудно же, все равно же старикам. Сейчас самому трудно, честно говоря. Уже. Что-то молодым хочется, чтобы посадить их, чтобы они учились работать. Работа в семье Егоровых всегда была в почете. Трудолюбивыми вырастили детей. Теперь воспитывают любовь к созиданию во внуках и правнуках. Вера Мефодиевна хлопочет по дому, держит хозяйство и огород. А Александр Николаевич по-прежнему возится с любимой техникой. Учит внуков разбираться в тонкостях механики. Тимур, ключи подайте, один иш, три подайте. Поскольку семья очень большая, собраться все вместе удается редко, сетуют старшие Егоровы. Но есть одно исключение – очередная годовщина свадьбы. Тогда за большим столом собирается вся семья Егоровых. Они нас всех любят, и у них на всех у нас любви хватает.